Только без спойлеров. Так. Что тут у нас было? Мы что-то не могли найти, да? Я немножко подзабыл. Сейчас. Так, нам нужна была красная карточка, да? У нас не было красной карточки. А просто можешь сказать, пошагово или не пошагово. Так, нужна красная карточка доступа. Давайте искать красную карточку доступа. Мы где-то ее профукали. Но где? Но где? Там только Lightning и все, больше никого нет. Это я наугад говорю, я не знаю. Я ничего про нее не знаю. Слушайте, ну это вот это меня в тоску вгоняет немножко, честно говоря. То есть необходимо. Вот непонятники вот эти вот, куда идти, что делать. Окей, вот где это место? Куча говнюков стоит в коробках. Где это? Да я не знаю, куда идти, мужик. Ну тогда я даже не знаю, что там может быть. Еще проблемой. То есть, я говорю, я с игрой не знаком, поэтому... Да я бы не хотел ничего знать об игре заранее, до того, как я в нее играю, честно говоря. Я боюсь, это убьет все удовольствие. Так. И здесь тут что такое-то? Эй, Ксаруда, привет. То есть я реально вот, я в шоке, потому что я здесь в тупик попал. Мне это вообще не нравится. Я человек терпеливый. То есть, ну, рано или поздно мы узнаем, что там такое. Сейчас мне надо автосвитчер выключить. Если кто-нибудь знает, что здесь делать и где искать красную карточку, я буду очень рад об этом услышать, потому что я не понимаю. То есть я все здесь осмотрел, мне кажется. А, вот, стоп, вот это что такое? Нет, это...
Мне сейчас невероятных усилий стоило включить вместо Half-Life Duke Nukem 3D. Я сейчас всеми, прям всей душой жалею об этом решении. Честно вам скажу. Я терпеть не могу, когда вот такой вот начинается левел дизайн. Почему такого не было в старых эпи... А, блять. Я нашел. Извините, я нашел. Можете за меня порадоваться. Firejack, Caught Playing Duke Again, Bobby. А, Firejack, Caught Playing Duke Again, окей. Who wants some? Hit the road, Jack. Get back to work, you slacker. Боже мой, мы достали красную карточку. Мы достали красную карточку. Get back to work, you slacker. С ума сойти. Мы продвигаемся по сюжету. Ой, там... Там враг, которого я называю мини Сарамага. Come get some. Come get some. Блять. Там враг, которого я называю Гига Сарамага. Так. Я такое ощущение, я с ними как-то неправильно справляюсь. Ну как мне патронов здесь не хватает вообще? Holy cow. Holy cow. Он один здесь был? Блин. Thank you.
Так. А. Ладно, мы живем. У нас здесь есть аптечка. Я что-то мне прям очково соваться туда дальше. То есть я боюсь, меня сейчас там унизят. Who wants some? Голодюк, я вижу. Голодюк. Голо. Холодюк. Suck it down. Come get some. Come get some. Все-таки на них тоже увеличитель работает отлично. Охуенно. Come get some. Че активируем-то? Что я делаю? А, нихуя себе! Так. Левиафан, привет. Так. Ну что ж. Наверное, мы все собрали здесь, что можно было собрать. Меня, во всяком случае, вроде больше нигде не видно, чтобы секретики были какие-то. Так. Почему? Нет, это слепое прохождение. Здесь чисто рандом? Отлично. Блять, сейчас. Бля, изи. Стоны Блашкевича. Не знаю, потому что я очень давно не играл в Wolfenstein. Практически с его выхода. Поэтому я не очень хорошо помню, что там было. Я помню, что Old Block мне не очень понравился. New Order был довольно неплохим, но я почему-то ожидал прям что-то такого. Это что это там было? О боже мой! О боже! О боже мой! Мы на самом деле играем в Kingdom Hearts. Annoying.
Так. Groovy. Мне бы патрончики. Куда делся этот хер, который телепортировался? Да. Блин, я по жизням, конечно, сильно... Да блядь, блядь! О боже мой, ну конечно, почему я этого не ожидал? Почему я этого не ожидал? В итоге патронов нет. Я, короче, ошибку совершил, да? В итоге, чего я добился, кроме того, что потерял кучу жизни? Ладно, это прикольно. Так. Так, 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 так. Давайте думать. Ну что, как ваши дела? Извините, я буду пользоваться всеми возможностями с Найт-сервизе. Какими бы мерзкими они не были. Роман, привет. Это моя самая большая, одна из самых моих больших хобби, кстати. Поэтому я недавно все трубы поменял. Так. Так. А я вижу здоровье-то. Вечер, привет. Добрый день. Добрый вечер. Long time no see. Come get some. Come get some. Так.
О, блядь, это работает! А, нет, почему? Почему такое ощущение, что микрофон сменил? Хуже стало слышно или что? Убили Сарамагу. О, да, сочувствую. Я только-только сегодня... Эхо, наверное, из-за того, что я... Блин, мне сейчас просто очень неудобно стоит микрофон. У меня сейчас, так как сетап с клавомышью, то у меня сейчас все немножко по-другому работает здесь. То есть у меня микрофон подальше стоит. Груви. Babes of the Caribbean. Дико. О, боже мой. Ладно. Блин, эстетика. Эстетика мне нравится. Мне не нравится немножко левел дизайн. Ну, сейчас вроде получше стало. Но... Мне не нравится, что вот на этих новых уровнях... На этих новых уровнях очень много... нехватки патронов. Прям такого патронного голодания. Я такое... Не такой не очень. Нет. Это дюк, который... который классический мега-дюк. Прям нямочка-дюк. Doom Eternal? Это ты имеешь в виду Doom Forever? Реймус, привет. Сегодня на работе был очень интересный день. То есть, сегодня у нас был конкурс. И я там принимал, задавал вопросы людям. Одетый в костюм из Гарри Поттера. Охеренно было вообще. Внезапно мне очень понравился конкурс. Я-то обычно такой не люблю. Груви. А, я был Филчем. Заход с Филчем. С кошкой Миссис Моррис, по-моему, просто. Здравствуй, Сара. Сара... Сарамагу... Сарамагу настолько ненавидит... Вич, что он... Сарамагу настолько ненавидит Вич, что он модит его сообщение сам. Сара, как дела? Но здесь, тут вообще, тут я бы не сказал, что камень-ножницы-бумага удачно работает. Вот здесь как раз надо, чтобы ко всему оружию было куча патронов. Кстати, а кто-нибудь заметил, какую карту я подобрал, какого цвета? Потому что я не обращал внимания. Красного или синего? Блять. Синюю, да? Так. Синяя. ФФ сегодня точно не получится. Надо на ФФ надо побольше времени. Васяк, блять.
О, боже мой. О, боже мой. Come get some. Cool. Cool. Блять, кислотная кровь тупое, тупая идея. Так, что тут нам надо сделать? Нам надо эти снести. Всех уточек? Как мне открыть призы? Так, что мне здесь надо делать? Я думал, мне надо все мишени уничтожить, но нет. Не, ну сейчас я буду загружаться, потому что я сейчас просто пытаюсь понять, что делать. То есть явно здесь, да, но... И вот эта дверь должна открыться. Для призов, но что мне здесь надо делать? Мне набить количество очков или что? Что-то не похоже. Не-а. Мишени все падают, потом встают обратно. Утки тоже. Ага. Сутка я не могу. Только если бы я мог уменьшиться. Но уменьшиться я не могу. Но мне явно сюда.
Ну, давай. Сейчас какую-нибудь определенную утку выбери. Охуеть. Скажу честно, я бы не догадался реально. Так, Come get some. Я бы думал, что надо все мишени выпиливать. Cool. Извините, сейф скам. Как последняя тварь. Я себе здесь народу. Прикиньте, в такой очереди стоять. Так, это как? Стоял в очереди? О, блин, знаете, я сегодня вышел, и что-то мне как-то... Мне как-то опять хочется в отпуск. Where is it? То есть отработал день, я бы не против еще на недельки две уйти бы. Экономия патрон. Пока не знаю. Надеюсь, что... Блять. Надеюсь, что скоро. Сейчас, к сожалению, очень много всего надо делать. Обычно я, кстати, в видеоиграх не очень люблю гранаты. Но здесь мне очень нравится. Для Виафан. Для того, чтобы получить автограф, надо вживую уже встречаться. Ты же понимаешь, как это сложно. Сейчас кнопки прибудут. Ага, отлично. Come get some. Come get some. Не свертил ли я ошибки? Вот что. О боже мой. Совершил. Охереть, я ошибся. Груви. Пипец. Come get some. Yeah. Who wants some?
cool. Cool. О, господи. Оставьте их в покое, блядь! Все, да, я тут в жопе, конечно, полный. Так, что мне надо здесь? Наверное, поставить голодюка. Голодюка. Cool. Мне это не помогло, да? Да, не помогло. Так. Дэм. А мне не помогло, потому что я ступил, я неправильно. Я все неправильно начал делать. Сейчас все будет нормально. Вот это не смерть. Это не смерть. Это баг. Это баг в этой игре. Баг не считается за смерть. Кто это может... Кто это? Аукцион... О, боже. Кажется ли, кого-то разнесло сейчас? Так, с жизнями беда. Что делать? Что делать? Быстренько пробежаться, поискать что-нибудь. У нас сейчас сапоги появились. Моднявые. Ага. Это выглядит как сюжет. Так у нас все печально. Печальный А. Печальный и не придумать. Я не убила собаку, это не... Сурман, это не собака. Это парк развлечений. Это, блядь! Это не настоящая собака. Так. Я теперь боюсь. Я вот теперь реально боюсь. Блять, он еще и ходит. Sucks. Да, это сакс. А что поделать, Люк? Что поделать?
Блять, он стреляет. Что мне делать-то? Ну, пойдемте попробуем его убить. Я правильно понимаю, что если я зайду сюда, нажму на эту кнопку, телепортнется еще один такой говнюк? Или что? Или где он? Стоп, а куда он делся? Так, я может что не понимаю, что происходит? А, у меня этот пак кончился. У меня отказы под эти окончались жизни. Я в таком шоке был. Да. Я в таком шоке был, что я даже не заметил. Это булщит, меня сейчас ничего не убивало. Так это, а зачем я это сделал-то? Боже мой, я мог начать... Я, короче, мог... Я, короче, походу мог на джетпаке сильно себе сэкономить путь, да? Ёбаные ядра! Что происходит?
Можно мне аптечку? Бля, у меня 4 хитпоинта осталось, чё за говно? Окей, у меня большие проблемы. Тан-тан. Тан-тан-тан-тан-тан. Да ладно. Окей. Возможно, у нас еще больше проблем, чем я думал. Возможно. Мы живы. Мы живы. О, боже мой, мы живы. Слушайте, ну это выживать, это вообще пиздец. У меня не припомню, чтобы здесь хоть раз было. Что это такое? Это что-то стреляет или что это? А что это? Как мне это обойти? Голодюк помог. Нахуй. А я уменьшиться сам не могу. Это вот эти гигантские враги, которые это носятся, которые очень долго убивают. Вот они как раз убиваются с трудом. Вернее, они убиваются с трудом, и они меня могут уменьшить. Рокен, вот, ход, свинарник. Мы в Нарьян-Маре. Так. 3 хитпоинта здоровья. Груви. 3 хитпоинта здоровья. Сейчас мы увидим. О, боже мой, здоровье.
Патроны для дробовика. О, все, живем, господа, живем. Еще здоровье. Это что там было? Блять, это танк. Это свинотанк. И он не один, он привел с собой друга. Где Say No to Drugs? Это когда это разработчик? Who wants some? Так. Ну вообще Duke, конечно, оказался очень напряженной игрой. Но я, правда, еще и начал играть на повышенном уровне сложности. Возможно, это было ошибкой. Мне нравится игра какого года, ну, переиздание года 16-го, да? В ней все еще не пофикшены баги, которые с выхода игры. С рандомными смертями. Так, мне здесь карточка нужна. Угу. Groovy. О боже мой, LRPD. О боже мой, мы в полицейском участке, поэтому он называется свинарник, поняли? Блять, давно этих ребят не было. Ладно, уровни здесь охуенные, вот просто охуенные. Камера открывает дверь, чё? Все как положено, да? А плетка здесь зачем? Так, сейчас надо колу выглотнуть, иначе я сейчас спячу. Ох, хорошо. У нас рядом с домом начали продавать кока-колу казахстанскую.
to the king, baby. Я все понимаю, кто здесь мочилу вот такое устроил? Бля, мужик, я случайно. Я хотел так сделать. Where is it? Go ahead, make my day. О, господи. Гений, гений. Да, здесь можно было свет включить. Ах. Да, зрителям много патронов для РПГ дают. Ладно, жизнь я потерял. Дак? А, Дак! Надо было сначала монитор посмотреть. Сюрприз себе испортил, ну ладно. Кстати, мы отбились по патронам. У нас вроде сейчас более-менее ничего так. Все равно дробовик в этой игре мое любимое оружие. Вот говно за дверью прятался. Ну. Лаборатор играет Robotics Notes Elite. Я не знаю, come что get это. Some. Yippee-ki-yay, motherfucker. А, Маклейн. Ну, конечно, Маклейн. В каждом полицейском участке должен быть потайной ход. Where is it? Так. Надеюсь, нас сейчас не убьют здесь. Это что это такое? А, это Что? А, о, господи, да, да, это полицейский участок, окей. Окей, это полицейский участок. Так, синяя карточка. У нас были еще двери, закрытые синей карточкой. Блин! Я не испугался.
А что, у меня ботинок больше нет? Yeah, piece of cake. What a mess. Я все до здоровья слил, конечно, обидно, блин. Так. Кто, где? Слышу, как кто-то похрюкивает. Будто меня что-то дамажило сейчас. Иногда здесь кривенько работает, кстати. Золотая карточка. Where is it? Ух ты, ух ты. Wanted dead. Я все больше и больше думаю, что мне надо будет Ion Fury пройти рано или поздно. То есть она то же самое, да, считай? Только современная? А, здесь я уже был. То есть Ion Fury делали же выходцы с 3D Realms, или я, или вообще 3D Realms? Я что-то, честно говоря, потерялся. По-моему, люди близкие к оригинальному Duke Nukem 3D. Могу ошибаться, конечно. Come get some. Блять, он сюда идет. В то время забываю, что этот кретиниус умеет двигаться. Кажется, он в дверь не пролазит. Неудачник! Ха-ха-ха!
Пока, неудачник. Изи. Сейчас завопьемся водичкой. И мы тоже колу попьем, блядь. Не-не-не, Дюк, мы не спешим. Что, да? Да, конечно, я не думал, что так тяжко будет эта глава идти. То есть предыдущая по сравнению с этим легчайшая. Зал сюда. Погодите, а разве он в полицейском участке находится? А Плутония, она типа с повышенным... с повышенной сложностью? Я, честно говоря, Doom оригинальный проходил только один раз. И это было на PlayStation 3 на геймпаде. Я плохо чё помню, что там было. Эплурибус Нюкем. Но это да, мы уже оригинальную кампанию прошли. So help me, Duke. Я же ничего не нажал. О боже мой. What? Стоп, у нас здесь выход на секретный уровень? Серьезно? Судья Дредд, кстати. Потому что, ну конечно же. А, Эрнатури, слушайте, мы сейчас на секретный уровень пойдем. Let's rock. Вот, зона 51. Thank you.
кто-то еще, бля. Cool. Какие живучие танки, это пиздец. О боже мой, это что? Это секрет. Я пожалел, что пошел на секретный уровень. Так, я могу. Вот. Бейте себя, суки. Не меня, а себя. Так, слушайте, я, конечно, вообще в жопе, да, в полной опять. Какого цвета карточку я подобрал? Спасибо, cool. Мужик. Откуда при... Да вы издеваетесь, блядь! Я теперь боюсь всего в этой игре. Стоп, а я отсюда пришел? Нет, я телепорт сюда. Как ты здесь оказался? I love E.T. О, господи. О. Не, ну, мне реально, я не знаю, тут еще есть, выше этого уровня сложности есть еще один. Я честно не понимаю, как на нем играть. Спасибо, Дюк. Не, он туда не хочет закидывать вообще.
что я нажал. Я все время путаю эти две вещи. Теперь я понял. Живем. Я уже просто на этом машинально. Что это такое открывается? О боже мой, о боже. Все, что говорит Дюк, оно и есть из гачи, нет? Уя у него выдержка. Стоит лифт или как? По-моему, он сюда не едет. А мне кажется, что он должен был ехать. Конечно, вас только здесь и не хватало. Вот откуда, мужик, откуда ты взялся? Так все было хорошо, жизни так много было. Что бы это могло значить? Так. Ну чё, придется этого говнюка бить, да? Не можешь сюда запрыгнуть? А, и этих можно так убить. Красота.
понял, я же вижу там карточку. Как мне ее взять? Пока, неудачники. Вейт, они сюда залезли. Бля. Блять, я думал, это ты за стекло. Так, сейчас мы сделаем умнее. Да? Да. Он не хочет ставить сюда. Ага, я идиот. Ясно. Бывает. Я не понял. А, извините, я понял, кажется. Нет. О боже мой, что в этот раз произошло? Очень сложно. Сработало? Xman, привет. После Elder Scrolls? Как бы, мне кажется, ты должен был ожидать этот ответ. Мы так далеко не заглядываем вперед. Не знаю, что тебе на это ответить, честно.
А, бутылка. Ремейк кода Вероники. У код Вероники уже был HD ремастер. Я как-то не впечатлен. Груви. Блять. Гру. Да чтоб вас. А, это вы где были Лизардмены? Come get some. Мне нравится, как здесь локаты друг с другом. Бля! Надо ждать ремейка код Вероники. Идем пиздец. Именно Forever? Слушай, ну мы рано или поздно до него доберемся. Надеюсь, тогда ты объяснишь все, зачем тебе эта игра не нравится. Да где ты, блядь, мужик? Я тебя слышу. Че я открыл? То есть ты тогда не знал, во что превратили игру, в серию, в смысле? И купил... Точно, мне кажется, он провалился у нас куда-то сквозь карту, что ли. По кругу ходят эти бочки. Ксенмайт, ты бы знал уже давным-давно, что не стоит доверять видеоигровым журналистам, стоит доверять мне. Я тебе могу насоветовать кучу видеоигр, которые прям охеренные. Если не веришь, могу это сделать прямо сейчас. Мне не нравятся эти звуки. Ну
ладно, вот как я здесь должен быть? Мы его нагнули из пистолета. Да где ты, мужик? Он меня видит, но он не хочет вылезать. Что-нибудь откроется, да? О, боже мой, это Дюк Бургер. Дюк Бургер. Nobody jacks with our independence. Вот. Окей. Код required. Так. А какой? А откуда мне знать, какой лаунч-код? Вы хотите сказать, мне надо его искать идти? Окей, ладно, это, наверное, надолго. Да, он сквозь стену провалился. А, вот ланч-код, погодите, стоп. Да их снимает, вообще, иди. Не знаю, что-то возмущался, это было супер легко. Thank you.
что, Дюкбургер уничтожили сейчас или что? Найдите 70 скрытых зон, найдите любой секрет уровень. Мы что, кучу секретных уровней, что ли? Так. Ну что ж. Двадцать сорок один. Груви. Пост-офис. Сейчас, одну секунду. Так, ну давайте еще чуть-чуть начало уровня посмотрим. Так, одного сделали. Кто еще отсюда стрелял? Че, теперь у нас почта? Да, мы на почту пришли, пипец. Just say no to drugs. На это я пойти не могу. Да боже мой, сколько... вас здесь. Так, ну ладно, на этом я, наверное, вот и все мои жизни улетели. Окей, все мои 150 хитпоинтов. На этом я остановлюсь на сегодня. Все, всем спасибо и всем пока.